раскопали дверь теплицы, хочу зайти посмотреть. Ну как? Все работает? Вроде бы, да. Раскопали вроде бы. О, отлично. Аккуратненько, чтобы не съехала дверь. Механизм, в общем, работает в экстремальных условиях. Так. И вот она тепличка. Дверь-то можно такими этими заносить, снег. Вот. Можно снег заносить еще такими. Да. Между прочим, вот мы снег зимой накидываем. Я считаю, что это хорошо, потому что ранней весной не нужно здесь мучиться, правильно, наливать воды, увлажнять, потому что ранние посадки весенние, и эта почва уже будет влажная. Так, это уже вторая теплица стеклянная. Ага, отлично, отлично. Ага. А что пришла, я хочу уже забирать потихоньку землю, которую я готовила по осени. Здесь она у меня накрыта. Она промерзла. Потихоньку буду забирать, потому что уже середина февраля я начну сеять. Вот она. Мерзлая. Это чистая моя земля огородная. Здесь торф. А я забирать буду вот эти пакеты. Оставлю на лоджии. И она потихоньку будет оттаивать.